Друзья, всем привет! На связи Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Сегодня мы разбираем ЖК «Енила Драйв» от очень крутого надежного застройщика «Ленстройтрест», который более 24 лет на рынке Санкт-Петербурга. Строит и вводит в эксплуатацию свои дома вовремя и качественно строит. Мы сегодня разбираем 4 четырехкомнатную квартиру. В прошлых роликах мы разбирали 1-комнатную, 2 евро, 2-комнатную, 3 евро, 3-комнатную, 4 евро планировки. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Мы сейчас пробежимся по планировке, далее расскажу преимущества, покажу на карте, где дом, и в реальном времени, в том числе рассчитаем платежи по ипотеке. То есть это будет максимально полезно для вас. Поехали. Разбираем 4-комнатную квартиру. Общий метраж у нее 98,2 квадратных метра. Это у нас вход в квартиру. Прихожая 13,2 квадрата. Есть ниша под шкаф, есть гардеробная. Далее перемещаемся по квартире. Здесь раздельный санузел 1,8 квадрата. Далее это кухня у нас 14,3 квадрата. Далее одна из комнат 14,7. Вторая комната 12,3. Выход на лоджию 3,56. Далее к этой комнате прилегает душевая с санузлом, совмещенная 3 квадрата, и есть своя гардеробная. То есть, по сути, это мастер-спальня. То есть, когда к вам, по сути, рядом с комнатой, да, свой санузел и душевая. Далее, третья комната 13,6 квадратов, и четвертая комната 14,53 квадрата, у которой также недалеко есть ванная и санузел 6,4 квадрата, они совмещены, то есть в целом в квартире 3 санузла. Это здорово, максимально практично и удобно для всей большой семьи. По стоимости на сегодня 10 762 899 рублей. Это 12 этаж из 12, отделка черновая. Отделку чистовую можно дозаказать. Срок сдачи 3 квартал 22, до 1 квартала 23 вы уже заедете и получите ключи. Окна на две стороны. Квартиру можно приобрести как за прямые деньги, так и в ипотеку. Если у вас планируется ипотека, сможем вас одобрить. У нас онлайн-оборот со всеми банками, такие будут платежи. Кстати, здесь действует господдержка до 1 июля 21, пока еще льготная ставка действует, это здорово. Давайте пробежимся по планировке. По преимуществам, точнее, из плюсов здесь архитектура в скандинавском стиле, бесшумные скоростные лифты Otis, двор свободных автомобилей, будете в безопасности, кинотеатр под открытым небом, многоуровневый паркинг на 300 мест. Кинотеатр — это очень классная фишка, не такая нестандартная, не у многих она есть. Лесопарковая зона в 15 минутах пешком, то есть здесь зелень недалеко, это здорово, классная экология. На Голландской улице находится в Янина 1 корпуса. И таким образом выглядит локация и сами дома. Это как раз Енила Драйв, ближайшие очереди, которые сданы. Мы смотрим вот здесь вот дома. В целом локация выглядит вот так. Янина, развитая часть района. Не так много здесь людей проживает. И это плюс, да, если вы не хотите в массовых жилых массивах проживать. В этом плане здесь не так много людей. В основном семьи с детьми проживают. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру в ЖК «Енила Драйв» либо в любом другом комплексе в Янино или другом районе Санкт-Петербурга и комплексе, при этом от надежного застройщика, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Обращайтесь ко мне. Почему стоит это сделать? Потому что услуги для вас бесплатны, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии застройщика, при этом юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, сможем одобрить вас. У нас онлайн-оборот со всеми банками. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно же, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры, друзья, это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании. Также можно написать, позвоните мне в WhatsApp, также подпишитесь на мой Instagram, TikTok и на этот канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Бесконечно благодарен за просмотр. До новых встреч и роликов, друзья. Пока-пока.